держись, козявка. А что случилось-то? Чай же пили спокойно. Она мой телефон утащила. Ну, побегает, устанет, отдаст. Что, Дашу не знаешь, что ли? Она пароль знает, а там, между прочим... Беги вниз по лестнице, а я на лифт. А что там такое у Луаны в телефоне? Не поймаюсь, не поймаюсь. Стой, говорю, по-хорошему прошу тебя. Она на улицу побежала, быстрее. Отдай мне телефон. Не, а ты догонись сначала. Даша, отдай, пожалуйста. Вы уже слишком старенькие, чтобы угнаться за мной. Луана, ты справа, а я слева. Давай! Ну, и что ты теперь скажешь? Телефон сюда, быстро! Давай договоримся. Давай, ты отдаешь телефон сейчас и не получаешь по жопе. Отдаю телефон и неделю буду пользоваться твоей косметикой. Телефон и месяц без мультиков. Отдаю телефон и 80% конфет в доме мои. Убираешься в моей комнате месяц, делаешь за меня потеки. Прикрываешь меня перед мамой. Убираешь все мои игрушки, не играешь в куклы. Мою посуду месяц! Вот и договорились. Я не то хотела сказать. А уже все снято на камеру. Да ты снова это все сделала. Хорошо сработано. Да, всегда попадается. Здравствуйте, извините, что подслушала, но вы просто великолепно ладите с детьми. Браво, вы потрясающая сестра и няня в одном лице. Ой, да ладно, спасибо, годы тренировок, а точнее 6. У меня к вам есть предложение. Мне завтра нужно отлучиться на весь день, а у меня, как назло, няня приболела, и деток моих не с кем оставить. Может, посидите с моими ангелочками всего один день? Ну, я даже... Плачу двойную ставку няне, причем деньги вперед. А лайки? Чего? Какие еще лайки? А, точно, это не к вам. Давайте наберем на ролике 100 тысяч лайков и подпишемся на канал, а я взамен буду выпускать как можно чаще ролики. Ну, пожалуйста. Спасибо большое и приятного просмотра. Ну, ладно, я согласна, но только потому, что я... Отлично, вот деньги. Завтра жду вас в 33-й квартире. Третья квартира, значит. Так, ну вроде бы все, через 5 минут мы можем идти. Кто мы? Ты и я с детьми сидеть. Ты что, уже забыл, что ли? Я и не собирался никуда идти, я думал, ты одна пойдешь. Так а что ты на меня тогда так хитро смотрел? Я думала, ты со мной пойдешь, поэтому и согласилась. Ты чего? Мне тут и за своим ребенком нужно присмотреть. Картоха, смотри! Конфетку будете? Тут вкуса на упаковке не написано, но я все попробовал и специально подписал. Ну да, действительно, лучше присмотри за ним. Ладно, я пошла. 33-е, вроде бы все верно. О, Луана, ты пришла. Привет, заходи. Здравствуйте. Слушай, я уже убегаю, все инструкции под магнитом на холодильнике. Думаю, ты разберешься, что к чему. Ладно, а детишки-то ваши где? А, они в комнате. Я им про себя рассказала, можешь идти познакомиться с ними. Кстати, завтрак готов, зови их завтракать. Ну все, я полетела. До вечера, если что, звони. Хорошо. Ну, детишки, давайте знакомиться. Эй, это я, Луана, идите завтракать. Эй, есть тут кто? А это что за странный коврик такой? Что случилось? Я! Пиньята! Ай, вы что делаете? Ай, дети, прекратите! Ай, мне больно! Что ты из нее ничего не вываиваешься? Надо просто посильнее ударить! Ай-яй-яй! Вот, видишь? Ой, побежай быстрее зевать! Эй, вы куда? Освободить меня? Ну, мелкие вонючки, я вам сейчас устрою. Блин, и как отсюда выбраться? Ага. Так, еще чуть-чуть. Ну, давай, еще чуть-чуть. Есть. Ну, и так сойдет. Ах, вот вы где. Ну и что это за безобразие было? Мы есть хотим, по азином кассе. А что, с жвачкой моей не наелись? Ладно, сейчас положу. Решили меня пранкануть, но я окажусь умнее. Так, хопа. Ну что, кому каши? Мне! Ой,
Чего? Вы что, тут все клеем, что ли, помазали? Нись, мы плюс-то сдали, что ты... Эй, не пались. Ладно, вообще-то мы уже поедем, мы пойдем играть. Вот все же вонючки. И как мне тебе оторвать? Суперклей можно легко оторвать голубиным пометом. Эй, ну иди сюда, птичка, иди сюда, говорю, сюда быстро, господи боже. Няня Луана, а мы конструктор не можем достать с полки, помогите нам. Да, достаньте нам, пожалуйста. Сейчас доста... Ну. Ха, думали на такой старый трюк меня поймать. Ой-ой-ой. Они что, и это предвидели? И продумали второй план? Да быть такого не может! Я что, настолько глупая, что ли? Нет, я им сейчас покажу. Огонь! Что? Это просто невозможно. Они на шаг опережают меня. Откуда они знают, что я пойду туда или посмотрю сюда? Что это вообще было? Вроде апельсиновая. Это же Марка так подписывает конфеты. И откуда у них конфеты из нашего дома? Точно! Алло. Картоха, быстро посмотри, что Даша делает. Даша? А что, мало тебе двух детей нянчить? Эти дети устроили пранки, и как бы я ни пыталась их обойти, они все знают. А о том, как я обхожу пранки, знает только Даша. Так, ну Даша за компьютером сидит вроде. И что она там делает? Иди посмотри. Ну и что ты тут делаешь? Кто? Я? Я не общаюсь с детьми из 33-й квартиры. Короче, ты права была, это все Даша делает. Я так и знала, дай-ка мне ее. Айо. Ты что творишь? Что за испытание, как в армии? Ты всегда панкуешь меня, выигрываешь во всех спорах. И вот теперь писё время и тебе немного помутиться. Ну, как немного. Даша, ну-ка быстро говори, что ты придумала. Хе-хе, няня Луана, вы что спрятались? Выходите. Мне тут не до шуток. Хасё, я Ась Козю, а ты мне что? Ну, давай я отменю твое наказание с мытьем посуды. Договорись. Эй, пьем, отменяем последнюю операцию. У нас отмена. В смысле, какая еще отмена? Мы всю ночь это строили. Да, никакой отмены не будет, мы продолжаем. Конец связи. Чего? Да если бы... Связь обольвалась. Айо, Луана, кого тебя неси и не отменять операцию? Что? И что мне делать? Слюсь отца меня? Чего? Ну я же точно знаю, что там будет. Итак, я перед входом в комнату. Вижу нитку. Обходи ее и не наступи на сырые яйца слева. Теперь шаг вправо, пригнись, ведлось кетчупом. Назад! И все, иди вперед, стой! Аккуратно там, мясёк с мукой. Ой-ой. Ну что, попалась? Не смогла она все-таки пройти. А вот и нет. Бу! Ну а теперь вам пора принять ванную. Ох, ну спасибо вам большое, очень-очень выручили меня. Ой, да не за что, легче легкого. Ладно, я пойду? Да-да, ах да, вот вторая часть оплаты. А, да не надо, оставьте себе, я думаю, вам пригодится. До свидания. Ладно, ну что, детишки, как у вас тут все прошло? А это что? Что тут произошло?
И вот так вот я их обошла. В общем, спасибо тебе, Даша. Да ладно, обращайся. Но я не забыла, что это все ты сделала.